И у нас есть еще новинка для вас. Света, передаю тебе слово, представь. Ты знаешь, пожалуйста. Очень часто я всегда советую женщинам, если вы хотите украсить свой гардероб, начните с базовой вещи, например, с блузы. При наличии большого количества блуз ваш образ будет меняться каждый раз. Сегодня в нашей осенней рубрике собрались не только оригинальные модели, но и яркие краски. Встречайте новинку, это также премьера сегодняшнего дня, блуза Ирида. И цена премьеры, кстати, очень доступная, 1690 рублей за базовую вещь, которую вы будете сочетать абсолютно Согласна. Совсем. Слушай, ну а расцветки, как вот ты представляешь? Ну, мы предлагаем всегда богатую гамму цветовой палитры и 4 цвета на выбор для вас. Посмотрите, яркие краски. Это для тех модниц, кто хочет выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. Уж в таком цвете вы точно не останетесь незамечены. Терракотовый цвет. Это цвет осени сегодня на вашем экране. Ну и один из любимых моих оттенков – это сиреневый цвет. Так есть еще и традиционные расцветки, да? Конечно. Традиционный черный. Это для тех, кто любит классику. Для консервативных модниц мы предлагаем базовый черный и прекрасную альтернативу черному. Это синий. Кстати, дорогие мои, если вы наши новые телезрители еще никогда не совершали покупки с телеканалом Shop & Show, я рекомендую начинать вот с таких простых вещей. Базовая вещь нужна каждой женщине, Согласна. А цена очень доступная. Поэтому присоединяйтесь, плюс не забывайте 15-дневный гарантийный период. Если не попали в размерчик, к примеру, хотя эксперт ваш поможет вам выбрать размер, то можете вернуть или обменять в течение 15 дней. Ну что ж, меня интересует всегда вопрос. Да, вещь прекрасна на плечиках. Как же она сидит на фигуре? О. И какой размер мне выбрать? С этим вопросом мы обращаемся к нашим моделям. Арина носит 48 и выбирает 48. Ну, посмотрите, какой приталенный силуэт. Мне очень нравится, что наша блуза Ирида женственна. И женственность ей придают такие детали, как оригинальный бант. Посмотри, Оля, наш воротник хомут зафиксирован бантом. То есть это говорит о том, что блуза самодостаточна. Ты знаешь, что мне нравится в таких вещах? Шея смотрится аккуратной. Вот как хочется такую лебединую шею. Вот оно. Ты совершенно права. Если вы хотите подчеркнуть стройный силуэт, изящество своей шеи, как это делает Люба, Арина, выберите блузу Ирида. Причем эту блузу можно носить как с юбками, так и с брюками. Вот посмотри на Любу. Люба выбирает брючный ансамбль. Это также наша новинка. Это брюки Хиллари, компания Пала, и блуза Ирида. Женственный, стильный осенний силуэт. И образ, кстати, с бесплатной доставкой, пожалуйста, не забывайте. 2500 рублей, доставка до любой вообще точки России бесплатно. Кстати, с любой точки России еще и звонок бесплатный. 8-800-301-60-90. Ваши заветные цифры. Слушай, ну вот с экспертной точки зрения, на что ты еще рекомендуешь обращать внимание? Я сейчас как раз Оля демонстрирую то, на что я обратила внимание, это зона воротника. Вот очень часто мы встречаем однотонные яркие блузы. Ну вот я обращаю тебе сейчас твое внимание, посмотри, что происходит с нашим воротником. Казалось бы, воротник стойко хомут. Так. Да, он встречается часто во многих блузах, но наш воротник хомут зафиксирован и украшен стильным аксессуаром в виде банта. Это говорит о том, что наши женщины уже себя ничем не украшают. Будет слишком перегруженный образ. У нас уже есть украшения, точно из такой же ткани, как сама блуза. То есть мы еще экономим деньги. Конечно, экономим на аксессуарах. Итак, друзья, выбирайте свою расцветку и заказывайте. Если вы выбираете две блузы Ирида, вы получаете бесплатную доставку. Цена премьеры 1690 рублей, скидка 530 рублей, а это практически 25%. И эти деньги вы можете сэкономить только сегодня, ведь завтра цена уже будет составлять большую сумму. Поэтому, пожалуйста, не задерживайте свой правильный выбор. Ты знаешь, Оля, я всегда обращаю внимание еще, из чего сшито изделие. Оно может быть ярким, стильным, но при этом ткань играет основную роль. Давай посмотрим сейчас на нашу модель. Люба демонстрирует эластичность ткани. Это трикотажно-вискозное полотно. Во-первых, я обожаю, когда в состав ткани входит вискоза. Дышащий, экологически чистый материал – это не только комфорт и свежесть, это еще прочность и практичность ткани. Поэтому яркие цвета, такой кораллово-терракотовый и нежный сиреневый, будут всегда оставаться яркими даже после многочисленных стирок. А как стирать? Очень хороший вопрос. Стирка при температуре 30 градусов, порошок для цветного или темного белья, хорошенечко прополоснули. Если есть вискоза, изделие быстро сохнет, но гладить это изделие лучше с изнаночной стороны, чтобы не оставались блестящие разводы.